Строительство ключевых объектов дорожной инфраструктуры региона обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области с правительством и главами муниципалитетов. В число наиболее важных проектов входит и строительство четырехполосной транспортной развязки на ЦКАД в Малых Веземах. Ее проектирование уже завершено, идет конкурс по определению подрядчика. Начало строительно-монтажных работ запланировано на июнь 2022 года.